Моя реакція абсолютно проста. Позиція перша. Декілька тижнів тому, коли парламент знімав недоторканність з народних депутатів, які притягнуті відповідальності, я твердо пообіцяв, це лише початок. І процеси боротьби з корупцією, і рішучі процеси відновлення законності будуть продовжуватися. Позиція друга. Я наголошую і наполягаю, що розслідування має відбуватися максимально прозоро, транспарентно і має всі підстави, щоб викликати довіру суспільства. Бо єдиною підставою для розслідування є злочини, які коються порушенням законодавства проти держави. Допустити цього я не можу. Позиція третя. На Корбані ніхто зупинятися не буде. І у нас немає імунітету від притягнення до відповідальності за корупційні злочини ні в кого. Ні від команди нової влади, де також мають бути порушені справи, ні від старої влади, де всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. І я наголошую на тому, що Україна найближчим часом має почути нові прізвища тих, хто буде притягнений до відповідальності. Де ви знаєте, хто ці люди? Я думаю, що наші силовики краще за мене знають, а я не думаю, що президент має в це втручатися. От президент Петро Порошенко, це інтерв'ю він записував вчора. Это он давал это государственным телеканалам. Что интересно, что это интервью было перенесено во времени, то есть на день позже. То есть оно должно было состояться раньше, но потом события с Геннадием Корбаном, которого задерживало около, ну не только его, а вообще спецоперация, где было задействовано около 500 сотрудников СБУ, крушение самолета в Египте, да, где на борту находилось больше 200 человек, 17 детей, среди всех погибших даже 4 граждана Украины. Вот, и в итоге это интервью было записано позже. Вот он анонсировал, что не останавливаемся на Корбане, уже есть список имен. Ну вот по поводу списка. А, кстати, да, здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания. Со мной гость Николай Давидюк, политический обозреватель. Да, это... Доброе. Да, доброе, вот не для всех, да, добрый день сегодня. Вот интересно, вот даже я думаю, вот с вами обсудить, для кого он худше в итоге станет этот день. Вот сегодня, да, вот 2 ноября начальник отдела главного следственного управления МВД Василий Смих пришел на заседание Согласительного совета Верховной Рады. Он заявил, что принес нечто. Сначала было замешательство среди присутствующих, потому что не понимали, что тут делают представители МВД и Генеральной прокуратуры. Но Владимир Гройсман после такой небольшой беседы с присутствующими все же дал слово этим пришельцам. И вот что там было сказано. Начальник відділу Головного слідчого управління МВС України Сміх Василь Володимирович. Шановний Володимир Борисовичу, відповідності до закону України про статус народного депутата України та порядок виклику на народних депутатів для проведення слідчих дій, дозвольте вручити повістки на виклик для проведення слідчих дій за участю народного депутата України Новіцького Вадима Владиславовича. Такого народного депутата тут немає. В силу тих обставин, що на сьогодні... Почекайте секунду. В силу тих обставин, що на сьогоднішній день приміщення Верховної Ради Новінський відсутнє... Значить, колега, послухайте, такої людини Новінський. Тут немає, будь ласка, очікуйте. Новінський. Колега, вибачте, будь ласка, очікуйте, будь ласка, в залі. Очікуйте от в тому залі, я думаю, що у вас щось відоме. Будуть виходити депутати, ви зможете з ними поспілкуватися. Будь ласка, покиньте приміщення. Ви що, з ума сошли? Це засідання Погоджувальної Ради, Юлія Володимирівна. Очікуйте, будь ласка, там. Вот то, что произошло сегодня на Согласительном совете. Такого не было никогда, как говорят присутствующие. Но вот я вам задам вопрос словами коллеги Евгения Кузьменко. Фу, как непрофессионально. Или это цирк для новостных лент? Ну, я думаю,
не хочу там фамильярничать, но это реально был смех. Да, вот, если они хотели запугать или показать в прессу, что вот ведутся жесточайшая борьба с коррупцией, ну, то тоже не вышло. То есть, если вот мы видим, хотели взять Корбана даже в выходной день, 500 человек в субботу были готовы приехать, взять, задержать, найти, работать 2 дня выходных и это. Ну, неужели опустили ряды прокуратуры, что там сегодня пришли на Погоджувальну раду? Причем МВД. Мне кажется, что этим вот они завалили закон о снятии неприкосновенности. Этим они заблокировали дальнейшую работу парламента. Потому что депутаты сейчас закроются в позу черепахи и будут обороняться. То есть уже договороспособности там не будет. Если бы они хотели кого-то задержать, мы видели предыдущие случаи, да, когда они берут и задерживают. Ну, допустим, господину Вилкулу, который там тоже потом идет, уже эта фамилия, ему это будет супер на пользу. Это мобилизация его электората, который, в принципе, многим там в оппозиции к действующей власти. И вот такой вызов в прокуратуру или, по крайней мере, информационно волна ему очень даже сильно поможет. Потому что вот власть преследует и все такое. То есть пока власть не возьмется за свои ряды, если они уже не хотят так сильно идти по чиновникам, и президент об этом вчера тоже заявлял, что в рядах чиновников там таких преступников нету. То есть если он хочет заниматься политическими разборками, то ему хотя бы нужно уже начинать чистить свою партию имени себя, потому что доверия у населения к этим чисткам практически уже нету. И люди видят, что это больше идут политические чистки, нежели реальные уголовные дела. Потому что мы тоже видим, что не факт, что эти дела будут доведены до конца. Это создание политических рейтингов, это создание информволн, это месседжи, это такой сериал, который затягивается, мы в онлайне и все его смотрим, но не факт, что это будет доведено до конца. И вот эти фамилии, которые озвучены, то есть, ну, для их электората это действительно мобилизация, нужно вставать, на нас наезжают. Но да, будет ли это доведено до конца, б, и пойдет ли президент по своим рядам? Господин Шокин говорил, что они не остановятся на цветах партии. Ну, вот пришло время показать, кто из, вот, так скажем так, условно, плохих людей засел в партии президента. А это уже пора показывать, потому что они уже несколько партий, скажем так, обработали. Ну, пора время открывать и свои ячейки и показывать, кто и что. Да, ну, обработали не все. Сейчас мы поговорим. Просто откуда вылез вилку? Вот глава фракции блока Петра Порошенко Юрий Луценко, отвечая в комментариях на один из постов главного редактора «Вестей» Валерия Кауныша, вот он назвал еще те имена, кому еще были предназначены повестки. То есть, ну, Новинскому, как мы слышали, Вилкулу, это кандидат в мэра Днепропетровска. Я не знаю, как с ним будет сложно, потому что сейчас выборы идут. Поэтому кто его тронет? Избирать там, второй тур. Мы не знаем. Вы сами начали эфир с того, что этого еще не было. Вот да. Может быть и такое. Да, потом и Натальи Королевской. Вот все трое не являются, ну, как сказал, да, вот сейчас Наталья Королевская, вот как сказал Луценко, все трое не являются на повестке по месту жительства. Ну вот Наталья Королевская, просто надо зайти на ее Facebook. Она была... Найти локацию. Да, вот сегодня это она запустила вот эту фотографию. Все фотографии да, подписаны. Вот она эта честно подписывает. Сегодня фотографии Натальи Королевской на своем Фейсбуке, где она снимала утреннюю росу. Она написала: «Доброе утро, страна! Мира всем нам! И доброй недели!» Но вот какая будет у нее неделя после этих сообщений от Юрия Луценко, я не знаю. Наверное, не самая добрая. Но, окей. Вот что в комментариях к этой фотографии написал Шокин? Я не видел. А что-то написал? Он в Фейсбуке тоже был? Не знаю. Как минимум послание было. Возможно, не через Фейсбук, но точно было. Вот знаете, вот можно продолжать шутку. Да, вот, например, помню, да, когда Бен Ладен выкладывал свои видео, да, сначала это все просматривали там ЦРУ, да, а потом это отдавалось на телеканалы, чтобы все это увидели. Так вот, что делало ЦРУ? Они специалисты ЦРУ, они смотрели, что там у него на заднем плане у Бен Ладена, на какие камни, и с этого они пытались найти какое местонахождение. То есть, потому что такая порода камня может быть приблизительно условно там. Да. Но в итоге они его нашли не так, нашли его благодаря сливу, прошло много лет, и уже это был не президент Буш, а президент Обама. Но вот можно господину Шокину или там МВД предложить, вот попробуйте понять, где находится Наталья Королевская благодаря... Она же подписывает эти фотографии. Я думаю, это не так сложно, да. То есть, если даже не этот пост, то другие, там четко видно, она подписывает. Если есть желание вручить
включить повестку, это 100%. Можно сделать. Значит, 100%. Тут желания, наверное, не было. Ну, наверное, я не знаю. Или так они плохо работают. Просто вот вы говорите, и сейчас вот я просто хочу чуть позже говорить по поводу там тех, кого, ну, можно уже привлечь к ответственности, да, или, по крайней мере, открыть уголовные дела в Украине из партии власти. Не партии власти, а из коалиции, но настоящей коалиции. Не радикальной партии, скажем так. Вот. Но они же не, они не уже вышли из коалиции, они тем более. Вот. Вот вы говорите, вот мобилизовали электорат оппозиционного блока, потому что с одной стороны, да, вот Новинский, Вилкул, да, политики такие, королевская. Не, не столько Новинский, тут больше Вилкул. Да, Вилкул, да, политики видные, публичные. Вилкула там сейчас идет такая борьба, будет идти с Филатом. Заметьте еще нюанс, это все люди, которые, скажем, если не близки, но, по крайней мере, они где-то в орбите Рената Ахметова. Ну, не то, что в орбите, это прямо его спутники. Друзья по жизни. Ну, с Новинским, по крайней мере, точно. Тем более, что статус как бы миллиардеров им позволяет дружить. Ну, они партнеры по бизнесу. Да. Там Наталья... 25% Мединвеста как минимум обязаны. Да. Наталья Королевская, мы помним, что был такой проект, назывался «Украина впред», и по многим... Ну, была информация. Мы поняли, что это конкретно проект, который финансировал Ренат Ахметов. Ну, а Вилку, ну, господин Вилку, его отец в том числе, не знаю, он стал мэром в очередной раз Кривого Рога. Я думаю, там же второй тур должен быть. Там второй тур, большой то есть тоже посмотрим, большой будут ли они мэрами. Тоже у них очень близкие отношения с господином Ахметовым. Ну, вот. И плюс господин Вилку бывший менеджер одной из компаний, ГОКов, компании Мединвест. Да. Вот этот удар, вот кто его наносил? И зачем он его наносил? И вот просто вот мы вот тут, это важно понять, потому что тут дьявол, как всегда, в деталях. Удар по трем политическим персонажам. Что объединяет их троих? Несколько вещей. Они все представители оппозиционного блока, они все были в партии регионов, и сейчас многие скажут, о, наконец-то. Они все друзья, ну или близкие люди господина Ахметова. Недалекие, наверное. Ну, это потом поймут двояко, недалек, не будем. Вот. И вот эти три вещи. Немало, да, то есть как бы есть, что их связывает. С другой стороны, вот вы говорите, да, вот все это сделано так, чтобы мобилизовать электорат, дать возможность сбежать. Нет, я не говорю, что это сделано именно так, но это, вы, это вывод сегодня возможность. Получается такой, да. Что в итоге мы получили, что господину Вилкулу во втором туре это мобилизирует электорат. Да. Мы видели, шутки даже были, что после того, как взяли Корбана, многие подшучивали, что Вилкул поднимал вопрос, как же мне так поднять свой рейтинг? И, вот. Но, его, мы задаем себе вопрос не в шутку, потому что это уже произошло. По факту, да, то есть уже ему хотели вручить повестку. Ну, не то совсем есть... по факту было в субботу. Ну, в субботу когда мы взяли. Сначала услышали, что взяли, а потом увидели видео. Вот это было по факту, да. Здесь мы услышали, что есть намерение, пришли на Верховную Раду, где было там сотня камер или там десяток хороший, да, там прямой заявили... Это прямой эфир был. На прямом эфире, то есть, понимаете, есть разница. Показали. Вот примерно все помнят, как брали господина Клюева. Было много информации, но в итоге мы ничего не получили. Примерно с таким же подходом. Хорошо, идет к оппозиционному блоку. И хотят, им хотят дать шанс убежать. Ну, тогда, ну, как бы это себя сделать виноватым априори. Тем более, что у нас в Украине можно осуждать, ну, как это... Заочно. Заочно, да. Поэтому это их от ответственности все равно никак не... Ну, другое дело, что по Клюеву тоже... Вот он убежал, я не знаю, как идет его дела, но об этом почти никто не говорит, как там судится, не судится. Ну, тема уже, эту тему закрыли, пошли претензии. По другим. Да. Вот. Просто создается такое впечатление, что внутри самой власти, даже не внутри власти, ну да, внутри власти, да, вот есть какие-то органы той самой власти, в которых существуют некие анклавы, которые действуют совсем не в интересах, ну, если так, по первый взгляд посмотреть, той самой власти. Вспомним решение ЦВК по поводу выборов в Павлограде. Что сказал президент после этого? Недопустимо, надо провести второй тур, потому что нельзя менять избирательную систему по ходу выборов. Вспомним, что произошло в Мариуполе. Выборы не состоялись, там территориальная избирательная комиссия отказалась принимать бюллетни, Ахендовский всем грозился судом, там нету никаких оснований.
Сначала господин Жебрівський, как ставленник президента в Донецкую область, потом и президент сам, и не только он, сказал, что, слава богу, значит, там из гражданского общества, вот мы не допустили эти выборы. Хотя, тоже, это желание провести эти выборы через 15 дней что-то изменит, я не знаю. То есть, ну, такие вещи, знаете, тут, за 15 дней проснется все гражданское общество, все изменится. Ну, вопрос печати бюллетеней. Печати бюллетеней. То есть, один из принципиально важных вопросов, то мы помним вот эти заявления о случайно напечатанных 60 тысячах. Привлеките их к ответственности, посадить, а потом уже проводите выборы, чтобы эти люди, которые сейчас нарушили законодательство... так и надо в идеале, потому что мы вечно все делаем. Сейчас занимается господином Вилкулом и Новинским. Не до комиссии. Тут же идет глобальная борьба с мафией. Да, но как занимаются, понимаете? Нет, это вопрос не ко мне. То есть, вот так и занимаются. То есть, очень большая насыщенность информационная, очень большой степень пиара. То есть, мы видим много пресс-конференций, но пока что мы не видим конкретных результатов. То есть, и вот это то, что больше всего злит общество. То есть, они хотят реальных вещей. Но в то же время мы видим сегодня в том же, извините, Фейсбуке, господин Портнов хвастается фотографией, благодарит за преследование, говорит, все хорошо, в Люксембурге двигаюсь к освобождению, но мы должны запомнить важную вещь. Это юрист, который первый проходит путь, а потом будет проводить и всех остальных. То есть все те, кто сегодня сидят в Сочи, в Ростове, в Петербурге, в Москве, которые убежали из улицы Банковой, с Грушевского, то есть они все пойдут по его пути, он создает прецедент. Что мы сделали для того, чтобы сегодня вернуть деньги этих людей? Чтобы... Не мы. Есть конкретные люди. Ну, мы как страна, на самом деле. То есть генеральная прокуратура, которая должна обосновать в международных судах в том числе, почему они в свое время делали запрос на наложение санкций против определенных лиц. Понимаете, пока они будут обосновывать старые запросы, они пропустят новые запросы, а потом еще 2 года будут отписывать, почему эти люди на свободе. А еще через полгода эти люди вернутся к власти, и все впишем историю, как очередную неудавшуюся революцию. Вот это не нужно допустить. То есть их нужно давить информационно, общественно, электорально уже здесь и сейчас. То есть нужно заставлять и говорить, что делайте сейчас. Окей, не сделали тогда, были... У них оправданий будет более чем миллион. То есть, поэтому нужно уже сегодня прессинговать и делать, чтобы они делали конкретный результат. А не пиар на камеру или там на заседании Погоджувальной рады. Это на самом деле, то есть это укнется завтра-послезавтра. То есть когда мы видели, что некоторые руководители фракций стали и ушли. Кстати. Хотя, я не думаю, что там господин Березюк переживал, что ему зачитают. Господин Березюк не знает. Или Тимошенко. Там случилась такая курьезная вещь. Да, вот... Если можно фотографию Юля, после всего то, что произошло, то есть, с попыткой, вручить повестку не Новинскому, которого не было на этом согласительном совете, встали и вышли представители радикальной партии и Батьківщини вместе. И Березюк, от самопомощи. Но вот... Мне такой вопрос. Еще кто-то стал с правого фланга. Не знаю. Вот я вот просто прочитал пост Олега Ляшко, они сказали, что он подчеркнул, что именно радикальные партии и Батьківщини, он упустил Березюка почему-то. Да, и это сделало, понятно, знак протеста против произвола власти. А что происходит между двумя партиями? Мне кажется, их объединила в том числе борьба против вот каких-то там тоталитарных замашек, первое. Второе – это тарифный Майдан. Проблема, которую подняла Тимошенко, которую реализовал Ляшко, то есть тематика, на которой Бют пытался сыграть электорально во время выборов, ее все же реализовал Ляшко, и собственно Тимошенко уже пришла посмотреть на результат тех заявлений, которые делала она, но сделали другие. То есть, в принципе, я думаю, что, скажем, содружество этих партий возможно, я думаю, даже в чем-то оно может быть и плюсовым, но, тем не менее, мы увидим это в развитии. То есть, я не думаю, что там сильно, показательно, кто там встал и вышел, потому что встали не всегда те, которые там боялись за свое там что-то личное. Мы знаем, что там тому же Березюку не за что было бояться. Да? Это был реально политический протест против того, что вот такое творится на Погоджувальній Раді. То есть, если вы хотите сделать не показуху, а вы хотите сделать там действительно задержание, вы его же делаете. Не надо устраивать шоу в рабочем времени. Парламент и так неэффективен. Парламент очень неэффективен. И то коалиционное соглашение, оно вообще не исполняется. И если еще здесь вот делать эти клоунады,
которые вы можете делать офлайн на улице и даже на выходные. Зачем их переносить туда, где, ну, хотя бы иногда бывает капля конструктива? То есть, и вот где-то вот здесь был этот протест. Поэтому, я думаю, этот протест был исключительно общественно-политический. То есть, а вот договоренности партии, я думаю, мы увидим на будущее. Мы видим, что партии или даже лидеры партии, они объединяются, они расходятся. Ну, по крайней мере, это как Санта-Барбара. У них двоих рейтинг, в принципе, там 8 и плюс там где-то 15-16, да, или там 13, то есть оно, в принципе, может выйти, например, на такой же рейтинг и солидарности. То есть если они объединяются, ну, если суммировать, конечно, там не совсем это правильно, не это математика. Не математика, но тем не менее, иногда такие объединения дают синергию. Ну, просто мне показалось, что, может быть, Юлия Владимировна... Смотрите, не математика, но, допустим, объединение солидарности Порошенко, у которой не было рейтинга, и удара Кличко, у которой там был рейтинг в среднем там 15-16, дал президенту рейтинг в 50. Соответственно, это тоже не математика. То есть иногда синергия, она может дать намного больше. И электорат, которому нравится и Лешко, и Тимошенко, когда они объединяются, они были в одной партии, да, в немного других конструкциях. То есть Лешко вышел с партии, вырос и готов снова объединиться. Я не знаю там внутреннюю кухню, но тем не менее... Такое объединение, оно было бы логичным. То есть, и действительно, в два лидера Тимошенко показывает, что она любит играть в два лидера, выпускать кого-то первым номером, а сама готова идти там с целью премьер-министра. То есть, это возможно, мы это видели не единожды. Вот у нас сейчас на связи по телефону из Чернигова, да, Евгений Терехов, позывной Джексон, его еще называют Титановый Джексон. Вот это член партии УКРОП и кандидат в мэры Павлограда. Здравствуйте, Евгений, вы нас слышите? Алло, да. Да, Евгений, здравствуйте. Вот вы сегодня были в Чернигове. Я так понимаю, вы там были, потому что против Геннадия Корбана, да, лидера партии, в которой вы состоите, задерживали я именно... Я еще здесь, на заседании. А, вы еще здесь. Ну, я просто предисторю, что его задерживали в Днепропетровске по решению суда в Чернигове. Да. Да, что происходит сейчас в суде, да, вот если можете нам рассказать. Ну, в суде, я вам расскажу так, за то время, пока он сидит, ему не давали ни воды... Держали в камере постоянно с включенным светом. Вот. Никакого адвокатов только пустили вечером на второй день. Угу. Вот. Поэтому это можно расценивать как вымогательство признать свою вину, хотя ее там нет. Вот. Вы видели, наблюдали картину, которая с Матвейчуком на сегодняшний день случилась. Угу. Вот. И я могу сказать так, что у Матвейчука открылось внутреннее кровотечение. Вот, и ему не надавали допомогу, тому він, ему было только признать свою вину для того, чтобы ему дали доктора. И это на это правда. Вот, Геннадий Олегович Корбан сделал заявление по всем каналам сейчас для того, чтобы услышал его и господин президент, и все нормальные, адекватные люди, которые не верят. А Вилку в это время раздает бумажки, которые его поддерживает партия УКРОП. Я заявляю, что никакая партия УКРОП не поддерживает Вилку и его движение. Ну, вот. Это было бы странно. Как член президиума политсовета партии. Скажите, Евгений, а как вы относитесь к позиции господина Коломойского в связи с тем, что случилось? То есть он как бы сказал в интервью «Левому берегу», что он как бы не при делах, он вообще ни при чем, никто ему не предъявлял никаких претензий по этому поводу. Ну, как-то... Знаете, я вам скажу так. Я сейчас скажу одному интервью, что на заборе одно слово написано, а другое перекрутит, что совсем по-другому. Поэтому я не слышал, не читал, не видел, не знаю, честно вам сказать. С этими событиями мне ни до интернета, ни до новостей. Окей, теперь смотрите, Евгений, я хочу вас спросить, во-первых, как себя чувствует, ну, как визуально хотя бы чувствует себя Геннадий Корбан, тем более, что было сообщение, что у него, ну, приезжала скорая, потому что он был в прединфарктном состоянии. Это так? Сердце болит у него, сердце, давление, вот, докторов не допускают к нему, доктора специально отказывают докторам. Добрый день. Вот, и все остальное, заставляют отказываться докторов. А вот скажите, Евгений, я хочу теперь спросить по поводу того, потому что обыски, да, проходили по, ну, в помещениях партии УКРОП по всей Украине. Были ли проведены обыски и в Павлограде? Да, и вообще... В Павлограде не было. Не было. Вот, я скажу так, то, что идет против политической партии УКРОП, репрессии со стороны действующей власти, которая объединилась с оппозиционным блоком, единогласно. Вот, поэтому... Я вам скажу так, что у нас есть чем бороться, как и
Почему я понимаю, а вот когда вы говорите, у вас есть чем бороться, мне хотелось бы, чтобы вы чуть-чуть шире рассказали, то есть что вы имеете в виду? Всему есть свое время. Всему есть свое время. Сейчас есть маленькие проблемы, которые надо решить, а потом партия «Укроп» еще сделает свое. Угу. То есть я так понимаю, ну извините, что я тут уточняю, потому что это важно, да? То есть вы что, не исключаете какого-то, не знаю, силового варианта? Нет. Никакой силы. Ну, хватит силы на войне. Окей. Это, ну, важно подчеркнуть, потому что, знаете, когда говорят всеми методами, ну, вот, может и такое, такая мысль подкраться. Хорошо, Евгений, спасибо за то, что включились. Да, вот, удачи вам во всем, что вы делаете. Да, надеюсь, вас увидеть в студии, ну, в ближайшие дни. Да, до свидания. Вот. Ну, плохо. Если все так, как рассказал Евгений. Ну, если берут человека, да, ну, допустим, Геннадий Корбан виноват. Допустим, да, там он возглавил преступную организованную там группировку. Во-первых, это надо доказать. То есть должно быть решение суда, потому что у нас есть презумпция невиновности. Это раз. Во-вторых, если правда, что к нему не допускают врачей, если правда, что ему не давали спать и держали комнату всегда с включенным светом, то это пытки. И это не поведение страны, которая идет в Европу. Да, абсолютно. Поэтому, ну, вот не очень мне понятно, какими методами будут бороться. Ну, суды понятно, да, просто когда люди говорят всеми способными методами, все свое время... Не, но он уточнил. Он уточнил, это слава богу, что это на самом деле важный момент, что он сказал же... что не будет там, силового варианта. Да, то есть, по крайней мере, он это сказал от себя. То есть, мне кажется, ну, на данный момент этого достаточно услышать, чтобы не поднимать на лишние массы, да, то есть, какие-то вещи, не вооружать людей ненужными мыслями. То есть, это на самом деле правильно. Абсолютно. По господину Корону действительно очень много вопросов. Точно так же, как много вопросов к тому, что было сегодня. Да? То есть, там хотели, сделали, здесь не хотели, не сделали. Ну, как они ведут себя там с ним, да? То есть это тоже действительно вопрос, потому что и то, что он говорил о Масейчуке, что действительно у человека там проблемы со здоровьем колоссальные, и мы понимаем, что под давлением, под прессингом, либо там нежелание дать доктора больному, это тоже своего рода прессинг. И, конечно, он мог признать ради того, чтобы сохранить свое здоровье, сохранить свою жизнь. И мы должны это понимать. Человек действительно, мы видим, что у него проблемы по здоровью, это видно уже невооруженным глазом, это уже там не политические заявления, это уже каждый человек может сделать выводы для себя. Просто я себе задаю вопрос, но если дали домашний, ну, как бы домашний арест садовнику, отойдем от кто его дал, когда садовнику, человеку, которого подозревали в расстреле майдановцев, да, небесной сотни. Это выборочность. Правильно. А здесь как бы, ну, и тем более, ну, понимая ту позицию, которую занимал Масейчук, патриотическую, да, то есть, и тем более, что это не первый год, это вся его биография, это, по сути, вот эта борьба за патриотизм, ну, мне тяжело было бы поверить, что он куда-то бы уехал или убежал. Да, это развязало бы ему руки вести нормальную защиту, да, мы понимаем, что это действующий депутат, это активист, это один из основателей батальона «Азов», это человек, понимающий толк в медиа, то есть понятно, чтобы он защищался, причем защищался всесильно и достаточно сильно, но то, что он сегодня в заперти, действительно, там можно уже делать некие манипуляции, и манипуляции со здоровьем — это худшее, что может быть, потому что это уже вызывает негатив к тем людям, которые якобы пришли с благой целью, да, но вину не доказали, давить начали, и у людей уже возвратка включается. Но это негативно влияет, знаете, на какой момент? Вот на примере Масейчука люди уже будут делать мнение уже от других. То есть, если возьмут там кого-то с явных регионалов, или убийц, или казнокрадов, люди скажут, ну, понятно, все то же самое, что с Масейчуком. Хотя там может быть кардинально другая ситуация. С Масейчуком тоже человек не святой, потому что то видео, которое нам показали, в принципе, он вымогает, он вымогает услугу за деньги. Да. Лешко сказал, что если он виноват, пусть отвечает. Дайте возможность защищаться. Да, Масейчук же ни разу не говорил, выпустите там, да? Или... Да, нет, если у Масейчука реально проблемы со здоровьем... То есть это действительно нужно уважать, понимаете? Да. Есть даже правила ведения войны. То есть тут даже, ну, если мы говорим о войне, да? То есть, а тут мы живем в одной стране, мы все граждане, и, по крайней мере, вот эту процессуальную часть нужно соблюдать. Да, просто если Масейчук, не дай бог... Ну, давайте лучше не говорите. Не дай бог,
все же может быть, да, человек, как вы сами сказали, не хочу, нездоровый. Ну, смотрите, все будет нормально. Это же будет катастрофа для всей системы власти. Это будет просто катастрофа. Ну, власть, уже смотрите, власть играет с огнем. Действительно, играет. И они идут по такой острой линии, которая вот в любой момент может закончиться. Есть общественный запрос сажать явных коррупционеров, которые были при власти Януковича. Людей, которые расстреливали там, и небесную сотню. И сегодняшних тоже коррупционеров. Людей, которые там преследовали оппозицию, да? Ничего с того сегодня нету. Сегодня есть политиканство, непонятные процессы, которые там вокруг депутатов. Угу. Понятно, что парламент сложный, он много в чем новый, то есть его тяжело обуздать, да? То есть никто не берет чиновников. То есть где чиновники там средней ланки, которые берут взятки, где чиновники, которых ловят на миллионных взятках, где чиновники высшей ланки? Ну, то есть Игорь Луценко вообще заявил, что министрам доплачивают по 50 тысяч долларов. Ну извините, это факты жесточайшей коррупции. 50 тысяч долларов – это миллион гривен. Это на секундочку. Смотря какие источники это доплат. Это тысячу, какие источники. Это тысячи заработных плат обычного населения. Ну, давай, ну скажем так, ну, зарплата чем. Министра не может быть 10 тысяч гривен, потому что это смешно. Потому что он будет брать взятки. Нет, тогда вопрос, ну, вопрос, это не вопрос чистоты и справедливости. Тогда давайте ему дадим 10 тысяч долларов, но чтобы мы понимали. Вопрос, а кто их платит? Возможно, это платит там некая финансовая группа, да, возможно, это платит отдельный олигарх. Вот. То есть, неважно сумма, ну, я бы хотел, чтобы министры зарабатывали официально 50, да, хотя бы 50. Это были современные менеджеры, да, которые управляли... У нас время истекает, к сожалению. Тогда мы понимали серьезные решения. А да. Так мы сегодня играемся в политиканство, в кулуарщину, и вот такой же результат получаем. Хорошо, то есть это не правосудие, а репрессии, правильно я понимаю? Неоднозначно, потому что вдруг завтра они будут действительно задерживать преступников, и это тоже нельзя будет назвать. Сегодня складывается негативная картинка в большинстве моментов, но надеемся, что она будет исправляться. Население должно тоже давить на власть, чтобы она принимала адекватные решения. Да. Хорошо, спасибо Николаю Давидюку за ваше мнение, за это мнение, да, которое по поводу всех этих уголовных дел против политиков, скажем так, да, там депутатов, и не только депутатов, и кандидатов разных. Вот. Мы пытались понять, правосудие это или репрессия, это что-то между. А в процессе. В процессе. Только в процессе. Оно может качнуться. Это или вправо, в процессе правосудия, или в процессе репрессии. Надеюсь, что все же правосудие хотелось бы. Потому что еще репрессии, ну, это будет тяжело. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Оставайтесь с нами.